В Алматы решают проблему постоянных затоплений. Только вчера мегаполис был залит большой водой, и эта ситуация повторяется каждый раз, когда идут дожди. Сегодня местные власти назвали причину – это неисправность арычных сетей города, и показали журналистам их состояние. Алина Ташмагамбетова выясняла, когда отремонтируют дренажные арыки. Огромные потоки воды, устремившиеся вниз по городу, и алматинцы, переходящие дороги, почти вброд. Такую картину можно наблюдать каждой весной, когда начинается сезон дождей. Арыки с ними не справляются уже много лет. И даже не потому, что они забиты, просто построены были еще в 60-х, 70-х годах прошлого столетия. И с тех пор ни разу не ремонтировались и не заменялись. И выплывают горожане из этой ситуации как могут. 11 мая текущего года в городе Алматы прошел обильные осадки, в результате чего вся дождевая вода с горной части города и с речек вылилась на проспект Аль-Фараби, это с улиц Сифулина, Жамакаева, Ремизовка и также с двух речек. В результате вся вода скопилась на проспекте Аль-Фараби. Была затоплена арычная сеть и проезжая часть дорог. Законы физики неумолимы, а большая вода особенно безжалостна к жителям нижней части города. Частный сектор больше всех страдает из-за размытых дорог и затопленных дворов. Причем с каждым годом количество жалоб от жителей только увеличивается. Поэтому местные власти решили провести реконструкцию арычных сетей и построить коллекторы для отвода воды. Старые давно пришли в негодность. Из 16 коллекторов работают лишь 4. У нас по западной части эти работы уже начались. Мы только эту работу начали. Теперь по центральной, по восточной части у нас имеется ПСД, проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу. Эти работы начнутся, как объявят конкурс, где-то в августе месяце эти работы по центральной, по восточной части мы эти работы начнем. Всего в Алматы 1525 километров арычных сетей. Отремонтировать нужно 424, построить новых еще на 100 километров. Завершить реконструкцию местные власти планируют в 2023-2024 годах. Алина Ташмагамбетова, Нурдаулет Джексыбаев. Итоги дня. Алматы.